Вот представь, что у тебя остался ноль воздуха на глубине 30 метров, а у твоего напарника всего лишь 50 атмосфер, что это железный резерв. 12-литровый баллон, 600 литров воздуха, так? Из расчета, что мы расходуем 20 литров воздуха в минуту, значит, на 30 метрах это 80 литров в минуту. Значит, на двоих это 160 литров в минуту. У тебя есть 600. Скорость всплытия 10 метров в минуту. Ты знаешь, сколько времени у тебя есть всплыть? Ну, что может быть криминальнее? И то, что дойти до такой ситуации, надо быть полным оболтусом. Ну, каким идиотом надо быть, чтобы доплавать до нуля? Да, надо просто быть идиот. Даже если что-то пробивает, воздух не... Так, это же не 0 единица. Пока он выйдет, есть напарник, дальше напарника нету. Можно тихенько всплыть.